У Беларусі завершился черговый этап выборчей кампании. Учора был апошний день подачи заяв на регистрацию инициативных групп кандидатов у депутаты Палаты представников. По информации округовых комиссий, на территории Гомельской области подадено 56 таких заяв, але одна из них потом была дозваная самим претендентом. По стане на сегодняшнюю раницу зарегистрованы 46 инициативных групп. 37 из них будут собирать подписи за беспартийных кандидатов, 9 за представников политических партий. Регистрация остальных групп отбудется на протягу предугледженных законом 5 дней. По истечении этого срока будут приняты решения о регистрации, либо о нерегистрации, если будут на то основания инициативных групп. Но пока все поданные заявления на данный момент зарегистрированы, которые были рассмотрены, все зарегистрированы инициативные группы. Дальнейшим этапом избирательной кампании это образование участков до 15 сентября. В окружных комиссиях зарегистрировано более 40 наблюдателей. В основном это общественные организации, наиболее активные Белорусский республиканский союз молодежи, профсоюзные организации. Достаточное количество наблюдателей выдвинуто гражданами. Кроме того, имеются наблюдатели, 5 наблюдателей от Белорусского Хельсинского комитета.